Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Kavion Base 5.0 изменить настройки даты и времени. В первую очередь переходим в настройки, затем в раздел «Система», «Дата и время». Чтобы изменять настройки даты и времени вручную, сначала выключаем функцию «Дата и время сети». Здесь можем менять дату, здесь можем менять время. Также можем менять часовой пояс, если отключим функцию «Часовой пояс сети». Здесь можем выбрать наш часовой пояс. И также можем выбирать часовой формат, можно изменять с 12-часового на 24-часовой. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!